Мы в эфире. Добрый вечер, уважаемые мечи. Слышно? Видно меня? Поставьте, пожалуйста, плюсы в чате, и мы продолжим занятие. Все видно, слышно нас? Сейчас. Видишь? Еще. Все везде показывается, что началась прямая трансляция. Добрый вечер, уважаемые мечи. Видно, слышно нас хорошо? Поставьте, пожалуйста, плюсы в общем чате. Сейчас пока нет еще. Ждем еще. Вообще, кто-нибудь понаследует? Плюс стоит? Да. Отлично. Плюс. Кто-то все. Уже с нами? Да, уже 12 человек. Отлично. Итак, еще раз добрый вечер. Уважаемые мечи, сегодняшнее занятие по оздоровительной тренировке с вами проведет Университет физической культуры и спорта, кафедра адаптивной физической культуры. Позвольте представиться, меня зовут Аламова Ирина, я заведующая кафедрой. Сегодня мы будем с вами заниматься необычной тренировкой. Она будет связана с оздоровительной направленностью без учета какого-либо заболевания. И сегодняшнюю тренировку с вами проведет старший преподаватель нашей кафедры Волова Марина. Марина, всем привет! Если у вас по ходу занятия будут возникать вопросы, я готова на них отвечать сразу же, поэтому пишите, с большим удовольствием выйду на обратную связь. Итак, мы начинаем. Всем привет! Надеюсь, вы уже в форме спортивной. Нам сегодня понадобится коврик, мы будем работать в партере, и ваше тело, и ваше желание. Итак, начинаем с разминки. Начинаем работать с лучезапястных суставов, руки перед собой, сгибание-разгибание ладони в лучезапястном суставе. Спина прямая. Закончили. Руки в том же исходном положении, повороты кистей рук в стороны. Молодцы, встряхнули руки. Руки в стороны, работаем в локтевых суставах. Руки в кулачки, круговые вращения в локтевом суставе. Вовнутрь, спина прямая, опора на стопы полная. В обратную сторону. Обратите внимание, что при выполнении этого упражнения плечо должно находиться параллельно полу. Повышаем свое настроение. Закончили, опустили руки. Работаем с плечевыми суставами. Руки в стороны, сжимаем, разжимаем кисти. Поднимаем руки через стороны вверх, хлопок над головой. Три. 4, 5, 6, можно слегка пританцовывать, 7, повышаем настроение, 8, 9, 10, молодцы, закончили, руки перед собой. Рывки руками перед грудью. Меняем руку. 3, 4. Другая рука сверху. Стараемся максимально сводить лопатки. 1, 2, 3, 4. Поменяли руку. 1, 2, 3, 4. Меняем. 1, 2, 3, 4. Меняем. 1, 2, 3, 4. Обратите внимание, чтобы плечи не заваливались вниз. Руки параллельно полу. 3, 4. Меняем. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
три, четыре, меняем. Раз, два, три, четыре, меняем. Раз, два, три. Закончили, опустили руки вниз, стряхнули руки. Круговые вращения в плечевых суставах. Максимально полная амплитуда. В обратную сторону. Два, три, четыре, пять. Лопатки вместе. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, встряхнули руки. И включим в работу все наши суставы верхней конечности. Руки максимально тянутся в пол. Выполняем скрутку. Начинают плечевого, лучелепястного, локтевого и лучелепястного сустава. Вот таким образом. Раз. Вернули в исходное. Два. Три. Четыре. Пять. Закончили. Теперь с усилием вовнутрь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Закончили. Встряхнули руки. Расслабили. Переходим к нижним конечностям. Работа с голеностопным суставом. Бедро параллельно полу, руки на поясе. Для усложнения выполнения упражнения руки в стороны, сжатых, кисти сжаты в кулаки, большие пальцы вверх. Сгибание, разгибание ноги в голеностопном суставе. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем ногу. Раз, два, три. Четыре. Смотрим за бедром параллельно полу. Семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Руки вниз. Перекат из пятки на носок на месте. Подключаем руки. Веселей? После трудового дня нужно расслабиться. Молодцы. Закончили. Мягкие колени, руки на коленях. Выполняем круговые движения в коленном суставе. При этом ноги расположены на уровне плеч. Колени мягкие. Раз. Спина прямая. В таком положении. То есть вот это неправильно. Вот спина прямая. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Руки слегка касаются бедер. То есть мы не давим. Восемь, девять, десять. Выпрямились, закончили. Обратите внимание, что наклон мы выполняем с прямой спиной. То есть представим, что здесь у нас проходит гриф, например, и мы выполняем наклон вот таким образом. То есть в любых физических упражнениях мы должны выполнять правильный наклон. Вот это неверное выполнение упражнений. Так, переходим дальше к тазобедренным суставам. Можно оставить руки на пояс, можно так же, как мы делали при работе с голеностопом, руки в сторону, большие пальцы вверх, сгибаем ногу в коленах в тазобедренном суставе под прямым углом и отводим в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем ногу. Кому тяжело, можно опора о стенку. Выполняется опора по стенке. Или стул. Раз. Два. При этом старайтесь не облокачиваться о стену, чтобы у вас тело было параллельно. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Обратите внимание, что везде угол 90 градусов. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Следующее упражнение.
Ходьба с прямыми ногами. Превращаемся в пингвинчиков и начинаем идти. Стопы параллельно друг другу. Ноги прямые. Работает таз. Тазобедренные суставы. Вот таким образом. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, три, четыре, пять. Можно быстрее ускорение. Замедляем темп. Обратите внимание, что плечи у нас не ходят, а стараемся их держать параллельно полу. Делаем вдох, выдох, через рот расслабились, еще раз вдох, выдох через рот и вдох, руки в стороны, выдох, обняли себя, еще раз вдох и выдох. Работа с шейным отделом позвоночника, наклоны головы вправо и влево, стараемся ухом коснуться плеча. Обратите внимание, что вот это вот неверно. Стараемся плечи не поднимать. Раз, два, три, четыре, пять. Работаем в одной плоскости. Вот такие движения тоже будут неверны. Будет большая нагрузка на шейный отдел. Семь, восемь, девять. 10. Молодцы. Здорово получается. Следующее упражнение. Наклоны головы вперед. Мы подбородком скользим по грудине. Подбородок, грудина. Подбородок стремится к кубку. Вот таким образом. Опускаем голову и скользим вниз. При этом седьмой шейный позвонок у нас как бы, мы его выталкиваем вверх. Два, три, профилактируем остеохондроз, четыре, пять, темп упражнения медленный, шесть, семь, избегаем болезненных ощущений, восемь, девять, десять, закончили. Следующее упражнение. Подбородком тянемся вверх к солнышку. При этом голову вот эту не запрокидываем назад. Это очень опасно. То есть мы растягиваем переднюю поверхность шеи вот таким образом. Каждый в своем темпе. Если есть вопросы, пишите в чат. Молодцы. Те, у кого сидячий образ жизни, кто не занимается своим здоровьем, после этих упражнений возможно легкие головокружения. Это не страшно, это говорит о том, что кровоток усилился, ваши мышцы включились в работу. И еще одно очень интересное упражнение, которое вы можете делать, сидя за компьютером. Ставим руки перед собой, перед глазами, такой так называемый забор. И стараемся заглянуть за него. Что же там происходит? Подглядываем за соседями. Уважаемые коллеги, увидела вопрос в чате. Можно ли при помощи ЛФК скорректировать осанку взрослому человеку? Конечно, можно. Ведь осанка – это привычная поза, к которой мы привыкли. Если человек привык сутулиться, получается сутулая либо круглая осанка. Если человек привык ходить немного похоже на утиную походку, это говорит о том, что у него круглая спина. Основная причина нарушения осанки – это несбалансированная работа мышц антагонистов, то есть сгибателей и разгибателей. Поэтому в любом возрасте осанку можно улучшить благодаря специальным упражнениям. Ну, например, при сутулой осанке, если плечи сведены вперед и увеличен грудной кифоз, необходимо выполнять упражнения на мышцы спины, которые позволят их укрепить, и упражнения на растягивание мышц груди и передней поверхности туловища.
То же самое, если говорить про увеличенный угол поясничный, вернее, лордоз, то есть вот о той спине, о которой я говорила, упражнения, которые позволяют уменьшать угол наклона таза, четырехглавая мышца бедра, мышца пресса. Поэтому в любом возрасте можно скорректировать осанку. И не забывайте, что осанка – это привычная поза непринужденно стоящего человека. Поэтому нужно следить за своей спиной, как мы сидим, как мы ходим, и ходить нужно сидеть с прямой спиной. Продолжаем тренировку. И еще здесь вопрос вдогонку, можно сказать, можно ли делать эти упражнения во время болевых ощущений в спине? Смотря с чем связаны эти болевые ощущения. Если болевые ощущения связаны с мышечным дисбалансом, то безусловно можно делать. Если этиология и причина этих болезненных ощущений в чем-то другая, ну, например, заболевание сердца, например, то, конечно, нужно уже более внимательно, дифференцированно подходить к упражнениям. Продолжаем? А теперь снова я с вами. И заключительное упражнение для шейного отдела позвоночника. На макушечке у нас большая кисточка, и мы сейчас с вами будем разукрашивать потолок, рисовать круги вот таким образом. Каждый в своем темпе, у каждого своя амплитуда. В одну сторону меняем направление, в другую. Это упражнение для профилактики остеохондроза, потому что, как правило, мышцы шеи находятся в несколько неправильном мышечном тонусе. И вот все упражнения, о которых Марина говорила вот последние разы, связанные с головой, это все упражнения для профилактики шейного остеохондроза. Вы молодцы. У нас еще один вопрос в чате. Угу. Да, у нас есть еще один вопрос. Вопрос носит общий характер. При каких заболеваниях противопоказана ЛФК? Да? Значит, к сожалению, противопоказания имеются к занятиям по лечебной физической культуре. Они носят общий характер. Это, допустим, высокая температура. И частные заболевания. К частным противопоказаниям относятся, например, усиление болезненности во время какого-либо заболевания, острый период любого заболевания, каменные болезни в период обострения и так далее. То есть противопоказания существуют, они носят либо общий характер, повторюсь, это вот опасность кровотечения, либо высокая температура, либо частный характер. Продолжаем дальше. А теперь у нас грудной отдел, и потом перейдем к поясничному. Итак, работа для грудного отдела. Постараемся максимально расширить клетку. Выполняем широкая стойка, стопы параллельно полу. Можно сделать небольшой присед. При этом обратите внимание, чтобы колени не выходили за большие пальцы ног. Для этого можно, для контроля или кому тяжело в таком положении, можно использовать фитбол. И, придерживая его у стены, находиться в таком положении. Кому тяжело, кому легко, мы, находясь в таком положении, выполняем, обнимаем мешок большой-большой с нашими желаниями. Обняли, вернулись в исходное положение. Обняли, вернулись в исходное. Обратите внимание, как работает грудной отдел. То есть мы грудную клетку максимально выталкиваем назад и вперед. Продолжаем. Плечи не поднимаем вверх. Молодцы. И упражнение для тазового отдела. Остаемся в этом же положении, вспоминаем Майкла Джексона. Лобковой костью тянемся к подбородку. Крестцом тянемся к макушке. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Каждый в своем темпе работает. Молодцы, закончили. Еще одно упражнение. Руки в стороны или к плечам, кому как удобно. Широкая стойка. Круговые вращения тазом. Стараемся плечи оставлять на месте. Три, четыре, пять. Меняем направление. Раз, два, три, четыре. Молодцы, пускаем руки. Дальше у нас упражнение
небольшая динамичная пауза и упражнение в партере. Начинаем работать, выполняя шаги, руки сжаты в кулаки, и начинаем шаги. Руки движутся параллельно телу. Стараемся пяткой достать до ягодицы. Кому темп достаточно быстрый, можно выполнять в своем темпе. Спина прямая. Кому медленный, тот может ускориться. Да. Успеваем за нами. Молодцы. Шагаем. Следующее движение. У нас руки параллельно полу, ладони смотрят на меня. На каждый шаг максимально поднимаем колено и складываем руки перед собой. Идем. Стараемся напрягать руки, то есть не просто они у нас, как крылья. Можно хлопать себе. При этом плечи параллельно полу. Молодцы. Заканчиваем. Делаем вдох. Выдох. Расслабляемся. Еще раз вдох. И выдох. Круто. Следующее упражнение. Широкая стойка. Раз, ногу отводим назад. Руками касаемся пола. Обратите внимание, что в этом положении спина прямая. Колено пола не касается. Колено впереди стоящей ноги. Вперед не должно уходить. Вот в таком положении. Кому тяжело касаться пола, можно вот. То есть наклон регулируйте самостоятельно. А мы начинаем. Два, три, четыре. Спина прямая. Пять, шесть. Вспомним, что у нас есть ягодицы. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вы молодцы. Шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20. Умницы. Следующее упражнение. Кто устал, кому тяжело, можно сделать вдох, обнять себя и выдохнуть. Кто не устал, продолжаем. Исходное положение. Основная стойка. На 4 шага шагаем ладонями вперед и подставляем ноги. Встаем, возвращаемся назад. Поехали. Раз, два, три, четыре. Подставляем. Встаем. Кому тяжело, опора на стул. Раз, два, три, четыре. Встаем. Стараемся спину не скруглять. Если тяжело выполнить наклон, можно слегка присогнуть ноги в коленном суставе, включив ягодицы. Вот таким образом. И следующее упражнение. С этим закончили. Можно перейти на коврик. Колено в гостевое положение. Так, опора на кисти и пальцы стоп. При этом обратите внимание, чтобы у вас плечевой, локтевой и лучезапястные суставы были на одной линии. Не вперед, не назад, не в сторону, а строго по одной линии. И поехали. Сгибание ноги в колено в тазобедренном суставе. Одноименный. Нога к одноименной руке. Три. Спина прямая. Четыре. Пять. Кому тяжело, можно сделать из исходного положения стойку на коленях. Работаем дальше. Шесть. Десять. Еще пять. Молодцы. И сед на пятки. Потянулись. Стараемся сесть,
так, чтобы у нас растянулась спина. Остаемся в этом же положении. Упражнение. Начинать. Сгибание. Подъем ноги в согнутое в коленном тазобедренном суставе. Раз, два, три. Обратите внимание, что пяткой мы не касаемся пола. Шесть, семь, восемь. Колено. Девять. Коленом не касаемся. Простите, да, колено. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили, меняем ногу. Раз, два, три, четыре. Носок на себя. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодцы. Все на пятки потянулись. Здорово. Следующее упражнение. Исходное положение тоже. Опора на пальцы. Стоп. Отводим ногу в сторону. Начинаем с правой. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Таз смотрит в пол. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре. Устали? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодцы. Все на пятки растянулись. Следующее упражнение. Упор на локти. Упор на пальцы стоп. Раз. Два. Стараемся сделать красивый домик. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. При этом шею, плечи не втягиваем. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Молодцы. Исходное положение, стойка на колено, кистевое положение. Вдох, спину округлили. Выдох, прогнулись. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Молодцы. Левая нога согнута в коленном суставе вперед. Сед на пятку левой ноги. И животом, живот кладем на бедро. При этом руки тянутся вперед. Раз, два, три, четыре, пять. Меняем ногу. Таз смотрит исключительно вперед. То есть мы не делаем никакие скрутки тазом. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Колено кистевое положение. Правая рука к плечевому суставу. Опора на пальцы стоп, на колени и на кисть. Грудью в пол смотрим и на счет два поворачиваемся в сторону. Два, три, четыре, пять, шесть. Таз смотрит в пол. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать,
меняем руку. Левая рука, плечевому суставу. Поехали. Раз, два, три, четыре. Таз смотрит в пол. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодцы. Следующее упражнение на расслабление и растяжку тех мышц, с которыми мы поработали. Сед на пятки. Левая рука заходит между правым коленом и правой рукой. И вот таким образом мы укладываемся, смотря в это окошечко. Раз, два, три, четыре, пять. Меняем руку. Правая рука между левой рукой и левым коленом кладется в сторону, ладонью вниз. Лицо поворачивается в сторону правой руки. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Марина Владимировна, у нас есть вопрос. В какое время суток правильнее выполнять данный комплекс? Данный комплекс можно выполнять... перед сном, конечно, не рекомендуется, часа за 2-3 перед сном его вполне можно выполнить. Также можно эти упражнения выполнять в первой половине дня. Все зависит от ваших индивидуальных потребностей организма. Позже я помню. Молодцы. Устали чуть-чуть? Немножко поработаем с мышцами живота. Передние и внутренние поверхности. Вопрос по координации я чуть позже отвечу. Исходное положение лежа на спине, ноги вверху, носки смотрят на себя, ноги разводим в стороны и сводим. При этом обратите внимание, чтобы у вас угол 90 градусов между животом и бедрами оставался. То есть не в таком положении, стремимся к углу 90 градусов. Два. Кому тяжело, можно выполнить с руками. При этом обратите внимание, чтобы у вас такого не было. Плечи стараемся увести дальше от ушей. Носки на себя. Молодцы. Следующее упражнение называется ягодичный мост. Вы остаетесь в исходном положении, лежа на спине. Стопы прижаты к полу. На раз мы приподнимаем таз, напрягаем ягодицы. Два, опускаемся вниз. Ладони прижаты к полу. Поехали. Раз, два, три. Напрягаем ягодицы, мышцы промежности. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодцы. Можно прижать ноги к груди, немножко отдохнуть и выполнить вот такие движения, как на детской качельке. Отлично. Остаемся в этом же исходном положении. Следующее упражнение. Ноги вверху, стопы на себя, руки вверх. Приподнимаем лопатки. Кому тяжело, исходное положение с упором на локти. И начинаем шагать. Кому легко, приподнимаем лопатки. При этом старайтесь, чтобы подбородок не касался грудины. То есть здесь оставляете место, можно взять какой-нибудь мячик или мягкую игрушку, чтобы у вас не было вот такого движения. То есть у вас шея прямая. И поехали шагать. Шесть. Десять. Идем.
Молодцы. Отдыхаем. Следующее упражнение. Руки можно поставить, ладони под ягодицы. Ноги согнуты, колено в тазобедренном суставе. Хорошо очень прорабатывается пресс. Мы стараемся приподнимать таз вверх, только таз. Лопатки, грудной отдел прижаты к полу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Работаем. Десять. Носки на себя. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодцы. Почувствовали пресс? Следующее упражнение. Небольшая скрутка. Руки в стороны, ладони вниз. Ноги согнуты в коленном тазобедренном суставе. Наклоняем согнутые ноги влево. Голова идет вправо. Возвращаемся в исходное. И то же самое в другую сторону. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Если после рабочего дня у вас нет сил выполнять эту тренировку, вы можете сделать эту легкую скрутку. Она вас вернет к активной деятельности. Оставляем колени на левом боку. Поворачиваемся на левый бок. Ладони друг на друга. Ноги у нас согнуты в тазобедренном и в коленном суставах. И мы сейчас раскрываемся как цветок. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Меняем положение тела. В другую сторону поворачиваемся. Каждый в своем темпе. Молодцы, остаемся в исходном положении, лежа на спине. И представим, что у нас ноги тянутся вниз, а руки вверх. Выполняем такую растяжку. Можно сделать вдох и на выдохе потянуться очень хорошо. При этом старайтесь, еще раз повторюсь, сильно не прижимать плечи к голове, так, чтобы не зажимали мы мышцы шеи. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. И тут можно пошагать, как будто вы шагаете по лестнице. Имитация ходьбы, не сгибая ноги в коленах и тазобедренных суставов. Молодцы. Руки вперед, ноги вверх. И такие колебательные движения. Закончили. Поворачиваемся на бок. Запомните, что вставать из исходного положения лежа можно только через бок. Встаем на колени. Делаем вдох. Опускаемся вниз, выдох. Еще раз делаем вдох. Выдох. И третий раз вдох. Выдох, обняли себя. Встаем.
еще на заключительное позитивное упражнение, которое подарит вам море позитивных эмоций. Делаем глубокий вдох и на выдохе слегка поколачиваем по грудной клетке со звуком А. И у нас получится так называемое упражнение Маугли. Приготовились, вдох и выдох. Вы молодцы, спасибо за занятие. Спасибо, Марина Владимировна, за очень позитивное, интересное и, самое главное, оздоровительное занятие. Спасибо, дорогие мечи, что вы были с нами. Надеюсь, вам понравилось. И хотела бы ответить на два вопроса, которые были у нас в чате. Первый вопрос, касающийся координационных способностей либо качеств. Дело в том, что ответить коротко на этот вопрос, наверное, не смогу, потому что координационных способностей очень много. И существуют различные виды. Способность к равновесию, способность к устойчивости и так далее, и так далее. Вот если не в идеале, конечно, нужно протестировать человека, ребенка, чтобы посмотреть, какие качества у него отстают, и для этого дать рекомендации. Но если сегодня мы говорим обобщенно, то упражнения, направленные на развитие вот общей координации, они есть более простые, есть более сложные. Но вот из таких наиболее простых упражнений все, что связано с уменьшением площади опоры, все, что связано с нестабильными опорами, это все различные варианты степ-тренировки, балансировочных упражнений, которые позволят вам улучшить координационные способности. Все, что касается уменьшения площади опоры, то есть даже примитивная ходьба на скамейке, это все упражнения, которые позволяют улучшить координацию, общую координацию. Но повторюсь, для того, чтобы более грамотно ответить на этот вопрос, необходимо провести тестирование, посмотреть, какие виды отстают у вас либо у ребенка. Вопрос, касающийся упражнения при болезненности в коленных суставах. Тоже, если подходить с позиции лечебной физической культуры, то, скорее всего, болезненность в коленных суставах связана с дегенеративными изменениями в коленных либо тазобедренных суставах. И подход здесь тоже комплексный. То есть одних упражнений пассивных и активных на сгибание и разгибание в коленных и голеностопных суставах будет недостаточно. Необходимо прорабатывать мышцы поясницы для того, чтобы убрать вот эту болезненность. И исходное положение при вот этих вот упражнениях, повторюсь, это тазобедренные, коленные, голеностопные суставы должны быть облегченные. То есть это лежа, приподнятый ножной конец и так далее. Есть ли еще у нас вопросы? Вопросов больше нет. Если есть, пишите в чат. Хочу всех поблагодарить, что вы были с нами. Нам тоже было очень приятно сегодня поработать вот в таком необычном направлении с моим преподавателем кафедры адаптивной физической культуры Университета физической культуры.